Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Студёна! А я ошибся. Да, такого ведьмак нервно курит в сторонке. Вот наш ответ. Что с ебалом, ведьмак? Геральт, ну не держи зла, Дмитрич! У, сука! Мир-то открытый, но везде есть свои подводные камни. Вот, допустим, люди из ниоткуда в открытом-то мире. Это не мудрено. Вот эта игра, понимаю. На все одна фраза. Одна анимация смерти и добивания. А прыгать раньше не умели отродясь, только студеную и пили. Какой клишему ведьмак еще? Значит, слушай. Вот тебе гра. Разнесешь их по казанскому лагерю, да так, чтобы они на глаза воеводам да десятникам попались. На неграмотных не рассчитывай. Ну и сам смотри, на глаза не попадайся. Ну в те времена, там, 1600, донесешь тебе грамоты, какой там, 19-й, да дальше люди не прыгали. А завтра? Поэтому и не прыгали. Найдешь избушку в лесу за рекой. Да ты как шо? По мостку перейдешь. Не, ну серьезно, нахуй нужен ведьмак, когда есть наша смута отечественная. Я вот сижу, балдею. Ведьмак, я же забыл, что он существует, в принципе. Говно. Опа. Что это такое? Это мы идем сквозь миры иные. По открытому-то миру, вдаль. Тихо. Я хочу стереть время, отмотать ленту обратно, когда я впервые поиграл в Ведьмак. Чтобы, так сказать, и не знать о нем в целом, так как я сейчас играю в смуту, и меня это действительно радует. Нихуя себе, блять, ты просто пришел и умер, ебаный рот. Не понял. Вот это да, сука, чела порубило, блять. Что-то невидимое. Что это было? В чем прэк? В смысле, что-то нихуя не понял. Я шел и умер. В смысле? И какого хуя они меня бить начали? Я же как бы, ну... В смысле, пацаны, вы чё, блядь? А в смысле, погоди. А, мне прокрасться нужно? Почему нет такого задания? Мне нужно прокрасться. Не, ну смутненько вышло немножечко. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. И тут работает Хитман. Ты хоть студеное выпил перед выходом? Заткнись. Заткнись, потише будь. Я на стелсе работаю. Понял. Драгунова взял? Заткнись. А что ж мы, так сказать, мир-то открыли, а открыться-то не можем.
Пина, блядь. Работает стелс. А? Здорово. Я наклею. Я пойду. А че вы удивляетесь, что меня не замечают? В те годы, в 1960 какие, там зрение-то другое было. Не такое прокачанное, как сейчас. Поэтому так-то оно и так, как бы без обмана, все по чесноку. Про Ведьмака что скажу? Ведьмак вообще забудь, это игра, которая уже в принципе никому не интересна стала. Когда наша смута вышла отечественная, Ведьмак, он уже ушел вообще. Он уже ушел на пятый фон туда, уже забыли даже о существовании в принципе Ведьмака. Он уже нахуй никому не нужен, потому что говно. Все. Изи. Фу, сука. Че стоишь? Ждешь, да? Меня ждешь, хочешь пообщаться, родимка? Я тоже хочу диалог твой послушать. Я сюда пришел диалоги слушать, а не смотреть на тебя. Понял? Студиона. Эх, диалога давно не было. Сейчас бы диалог бы. Сейчас, подожди. Подожди, подожди, сейчас найдем. Так, с кем можно в диалог вступить? Здравствуйте. Я пришел сюда за диалогами. Я не просто здесь хожу. Мне нужен диалог. Вон мой диалог стоит. Дмитрий Михайлович. Опа. О, Семен, ага. Юрий, вы-то мне и нужны. Да мне похуй, я по открытому миру шагаю вдаль. Фу, сука, по воде не идет. Да шо ж такое? Да ты шо, сука? Ну шо ж такое-то? Ну и что это мы делаем сейчас? Так, девчонки, расступись. Понятно. Чуть-чуть не открылся мир здесь. Ну ладно. Фу, сука. А чё ж мы-то? Вы слезли-то с аппарата. Опа! Опа! Все, молодцы, спасибо. Дедушка, поведомо ли тебе, что батюшка Феромера за игру эту отвечал головою своею? Я не знаю, кто это. Что там по голове? Отречью слуге ближнему князя Дмитрия, в рубленый город. Скоро обновление будет тут.
на 25 гигабут. Персонаж прыгать будет. Тогда можно будет преграды преодолевать пешком. Так ты так пешком лучше, чем на лошади преодолеваешь. Заткнись, тебя не спрашивали. Вот видишь, что, передумала она. Понятно, я сам-то пройдусь по открытому миру. Не хочет насладиться открытым миром, а я, пожалуй, наслажусь. Фу, сука. Ладно, похуй, поплывем. Чё, передумал? Да-да, чё, холодно. Вода холодная сегодня. Ты умер. Да ты что, чел плавать не умеет. Так это 1600 какой-то год. Ты че, тогда еще плавать люди не знали как. А, вон он че. Да ты что, блин. Понятно, вопросов тогда нету у нас в принципе. Все понял. Это как этот, Вики Китти, помнишь игра GTA? Так, родной, ты говно, блядь, не сравнивай с нашей отечественной великолепной игрой. Ебать, вы на приколе на... Блядь, иди нахуй, все. Я, сука, вот это нахуй мне не надо здесь. Потом пройду, что-то как-то слишком хорошо все. Да-да, ну типа хорошего понемножку, типа. Оно как-то рандомно, то сохраняется, то не сохраняется. Как мне, блядь, определить, она сохранилась или нет? Хотя бы значок какой-то там, кругляшок писали, знаешь, как во многих играх. Там идет сохранение, там. Просто какой-то значок, вот этот бы череп бы свой добавили, вот этот смутный. И что, типа, ну, человек понял, а, сохранилось. Поиграл, во, как всегда, супер. Да, сука. Так, ладно, все понятно. До свидания всем. Я пошла.